Да. Мягко говоря, не фонтан. Ну и облачка. И скорость 27 тысяч километров в час не способствует качественной съемке. 400 километров над землей летит наша штучка. Ну хорошо, это уже несерьезно. Пошли снимем Меркурий, Луну. Непонятно, почему Марса до сих пор не видно, уже достаточно. Темненько. А теперь выдержку даже не надо уменьшать. Вполне себе. За облачками Меркурий потускнел. О, удачно сорвалось. Да, что-то уже файлик на 10 минут получился. Ну, давай, пошли к Луне. На Луну посмотреть всегда приятно. Ай, ты ж ёбан, посмотри, как резко комары образовались потеплением. Да, ну, облака все-таки не дают нам идеальной резкости получить. Потрясающе, где же Марс? Ладно, сейчас подождем немножко, дубль еще один сделаем. А пока у нас 16 мая 2021 год, Харьков, 20.52 по Киеву, в Харькове. МКС есть, Луна есть, Меркурий есть, Марса ждем.